специалистами было проведено техническое заключение правоворотнего флигеля по адресу Польский спуск 9. А по результатам экспертизы данное строение было признано ветхим, люди были отселены, предоставлено было некоторым жилье, некоторые оставались у своих родственников. На данный момент департаментом городского хозяйства ведутся переговоры с собственниками квартир на предмет дальнейшей судьбы этого сооружения.